Сижу в нашем любимом типа Патане. Первый раз взяла фирменную гиппо. Ферло клевое. Вначале мне принесли тазик салата «Цезарь». Реально тазик. Как мы на Новый год делаем тазик оливье, здесь 14 евро тазик салата. Мне принесли экзотическую закуску. И к ней еще картошка, как я не просила. Оно, кстати, клевое. Будете в Париже в ресторане идти, порекомендую. Мерлоно очень легкое. Не таник. Правда, мне большого труда стоило объяснить незнающему английскому официанту, что мне нужно вино, не таник. Всячески порчила рожу и изображала. Сегодня я гуляла возле отеля Ritz, там прям целая роса клевых машин. В общем, если хотите пофотографировать фантомные машины, отправляйте на Лондонскую площадь к отелю Ritz. Сейчас после такой еды я туда еще вечером прогуляюсь. В Париже был сегодня дождь. Погода меняется каждый час. Все, мне приятного аппетита.